Всем привет! А у нас на очереди фортепиано, дуэт Варвара Юничева и Руслан Гасымов из Владимира. Я очень люблю Владимирскую землю, регулярно бываю в тех местах. И было приятно на видео увидеть зал туристического комплекса Суздаля и рояль прекрасный. Тамошний подарок московских музыкантов. Да, мы о вас все знаем, нас никуда не скроетесь. Вот, сам дуэт вполне приличный, они играли музыку классического стиля. Это самый сложный для исполнения жанр, нужно соответствовать большому количеству критериев. Вот. И Ронда Диабелли получилось довольно неплохо. Ну, конечно же, ребятам есть над чем расти. Технически они более-менее справились. В конце немножко руки начали дрожать, но в целом ничего. Но теперь нужно добавлять блески, чуть-чуть прибавлять темп. Да и вообще, вообще расти как фортепианный ансамбль — это особый вид искусства, где нужно быть, во-первых, стремиться к тому, чтобы стать единым организмом, быть как один человек. Во-вторых, если говорить о том, что рояль — это как бы царь инструментов, это целый оркестр, то исполнение в четыре руки — это не просто, но то же самое умноженное на два. Это вообще целый большой мир. Поэтому нужно стремиться к разнообразию звуковому, к тембровому, звукоизвлечению, владение педалек. А когда играешь в четыре руки, педаль — это прерогатива исполнителя как раз-таки второй партии. Он сказал бы, там второй, после первого. Но на самом деле с помощью педали он может управлять первым человеком. Так что у всех есть свои преимущества. Ну, я думаю, что уважаемые педагоги будут обращать внимание на дальнейшее развитие. В общем, прибавлять в артистизме, в разнообразии звуковой палитры. И все будет хорошо. Удачи вам, счастливо.